Всем привет, меня зовут Артём. Сегодня у нас на очереди стрейч или растяжка. Опускайтесь вниз. Все ноги врозь. Сядьте так, чтобы почувствовали легкое напряжение внутренней поверхности бедра. Вы можете сесть чуть шире или чуть меньше. Выпрямите спину. Если спина прямо не держится, вы можете зафиксировать руки за спиной, оттолкнуться от пола, приподнять грудную клетку вверх и направить корпус вперед. Если вам комфортно держать это положение, вытягиваемся руками вверх и продолжаем тянуться вперед. Фиксируйте эту позицию на 30 секунд или чуть больше, до минуты. Следующий вариант. Мы разворачиваемся на бок. Также или одна рука перед собой, другая за спиной. Грудь вверх, наклон вперед. Или вы остаетесь так, или вытягиваемся вперед в диагональ. Фиксируем эту позицию на 30 секунд, можно чуть больше. Следующий вариант. То же самое мы повторяем в другую сторону. Затем одну ногу сгибаем перед собой, другую за спиной. Вариант, вы можете оставить ногу сзади согнутой, можете чуть усилить позицию, выпрямив ее. Выпрямите корпус, или остаемся так, или подаем корпус вперед. Здесь мы растягиваем с вами ягодицы, почувствуйте, как тянется бедро. Из этой позиции дальше мы сгибаем ногу сзади и подтягиваем голень к себе. Колено толкните назад. Можете оставаться так, можете немного приподняться вверх и подтянуть ногу чуть ближе к себе. Здесь почувствуйте, как растягивается передняя поверхность бедра. Как вы поработали на одну сторону, развернитесь и выполните тот же сет с другой стороны. Работайте в комфортном для себя режиме, чувствуйте напряжение в тех местах, где мы тянем. Держите каждую позу по 30 секунд, по 40 секунд. Вы можете повторять это упражнение несколько раз подряд. До ощущения хорошей растяжки. На этом у нас все. Всем спасибо, что были сегодня со мной. Пока!